камеру мобильного телефона одного из наших телезрителей попали сразу несколько нарушителей правил дорожного движения. Трое лихачей, не отличающихся к тому же терпением, решили объехать пробку на улице Кировградской по тротуару. И причем на такой скорости, что попадись им прохожий, беды было бы не избежать. Вдобавок к этому нарушению все автомобили с тротуара выезжали на перекресток под красный сигнал светофора.